Приветствую вас. Во-первых, очень здорово, на мой взгляд, что вы задаете такой вопрос, достаточно серьезный вопрос, достаточно зрелый вопрос, как мне кажется. Вот. И, соответственно, первое и самое легкое, что для нас могло бы быть здесь, это понимание того, зачем вам замуж. То есть, почему мужчину вы воспринимаете только как, ну, как вот средство, способ для замужества. Первое. Второе. Почему вы, точнее, как вы приходите к тому, чтобы сравнивать мужчин и своего отца? То есть на каком основании, грубо говоря, вы это делаете? Вот. Это такой момент. То есть, как для вас возможно сравнивать своего папу и других мужчин? Это важно. Это важно, потому что, ну, собственно говоря, ваш отец — это ваш отец, а ваш, ну, мужчина, да, это совсем другая история. И как-то вы к этому вот пришли, что папу и других мужчин можно сравнивать. Вот. Ну, соответственно, вопрос: как вы к этому пришли? Есть у меня такое ощущение, что вы достаточно трудно воспринимаете мужчину как личность. Есть у меня такое ощущение, что вам достаточно тяжело это делать. Есть у меня такое ощущение, что вы вообще не воспринимаете мужчину как личность. А воспринимаете скорее либо как вот своего папу, да? Либо как мужа. И, конечно, он, я имею в виду, ваш потенциальный муж, потенциальный партнер не отвечает тем довольно высоким требованиям, которые вы сами, на мой взгляд, поставили. Вот, потому что опять же идет сравнение. То есть здесь одна из ключевых проблем заключается в том, что вы не рассматриваете себя как личность. То есть вы себя обесцениваете. Или ограничиваете себя, что в принципе не так важно для нас с вами. Привязка к папе — это страх ответственности, нежелание эту ответственность брать — это достаточно узкие собственные цели, достаточно узкие собственные ваши стремления. Это
ценности ориентированы на окружающих людей. Папа для вас защитник, то есть вы сами себя, вероятнее всего, чувствуете незащищенный, вот, ну, в полной мере, в той мере, в какой вам бы этого хотелось. Вы себя чувствуете незащищенный. Вот. И, соответственно, что здесь личные границы, здесь умение говорить нет, здесь более полный контакт со своими чувствами, зрелость, такой вот, что-то вроде личностного роста. Плюс, ну, в какой-то степени это комплекс электры, то есть это желание завоевать любовь отца. Желание быть для него хорошим. Делать все, как он. Говорить, как ему нравится. Вот, в зависимости от его одобрения. Как, ну, в какой-то степени, хотя это, безусловно, не так, но вот что-то вроде комплекса электро здесь у вас присутствует, безусловно. Вот. И в этих направлениях вам и нужно работать. А в этих направлениях вам и нужно двигаться. Вот. В принципе, вот такой момент. То есть вроде бы как вы учитесь, вроде бы как вы достаточно такой активный человек, если, ну, смотреть вот с этой позиции. Вот, ну, с такой позиции. Что вы учитесь, да, получаете образование, что вы там как-то вот реализуетесь, но в действительности уже сейчас вы думаете о замужестве, и мужчину воспринимаете исключительно как бы путь к семье. То есть, по сути, это вот такая потребность в собственной защите, собственной защищенности, я полагаю. Вот, в принципе, Анастасия, то, что можно вам сказать. Это такая достаточно многоплановая работа, в том числе умение говорить «нет», своему папе в том числе. Вот это работа с определенными страхами, потому что вот вы говорите, что я боюсь выходить, допустим, замуж. Вот этот именно страх замужества, и возможно понять, отец не хочет, чтобы вы принадлежали кому-либо еще, кроме него. Это вполне закономерное явление. Вот, ну, поведение вашего отца. Вот, и все это нужно осознавать и корректировать вам самому. Сейчас это больше напоминает такое, знаете, ну, я бы сказал, бессознательное что-то. Сейчас я бы сказал, что это больше такое бессознательное поведение, да? Вот. Ну, соответственно, вопрос про осознавание здесь очень
для вас важен. Понимание того, как вообще вот ну, все как вообще у вас все это работает. Такая вот история. Это то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить, исходя из вот того, ну, небольшого количества материала, да, который вы предоставили. Опять же, что вам делать, Анастасия, чтобы что? То есть, какая цель у того, чтобы что-то делать? А если мы говорим, например, про рекомендации, да, то что в таких, ну, случаях рекомендуется делать, к примеру, то рекомендуется в таких случаях психотерапия. Эмоциональное отделение от отца, взросление, в хорошем смысле этого слова, личностный рост, работа с драками, с своей моделью женского поведения, потому что вы рискуете в отношениях с мужчиной стать зависимой. Вот, то есть ваши страхи, они в какой-то степени, ну, они обоснованы, ваши страхи в какой-то степени. Потому что действительно ситуация может быть довольно печальной. Вот. Если вы, вот не будучи, ну, взрослый, да, если вы не будете личностью зрелой, вот, вступите в отношения, это будет довольно печально для вас, довольно прискорбно для нас и для вашего папы, который, я уверен, хочет для вас всего самого лучшего. Вот. По большому счету, то, что вы переживаете, это следствие гиперопеки. Вот, возможно. Я так думаю, что вы один ребенок в семье. Вот, и это следствие гиперопеки. Это следствие гиперопеки. Когда слишком много вот вопросов решается за самого ребенка, вот, самого человека. Это, кстати говоря, не значит, что сам человек ничего не делает, да? Вот, это не значит, что сам человек, там, условно говоря, ничего не решает, абсолютно. Вот это значит просто, что эмоционально, вот именно эмоционально, ну, ситуация, она вот такая для вас. То есть гиперопека, она там не обязательно, вы знаете, всегда такая очевидная. Ну, очевидно, гиперопека. Гиперопека бывает разной, и не всегда ее, да, ну, грубо говоря, не всегда ее просто заметить, к сожалению. А вот, поэтому я рекомендую вам на эти вещи обратить внимание, да? В первую очередь, вот то, что вы можете сделать уже сейчас, это посмотреть на
ситуацию вот с позиции, наверное, ну, своих чувств. То есть вот что именно вас делает счастливым? Что именно меняется в, ну, вот, в присутствии ну, вашего отца, для вас что меняется, конкретно что меняется. Ну, да, если вы в нем, да, чего вам не хватает? Вот какая потребность лежит в основе вот такого восприятия папы? Что вам хочется в его контексте? Ну, больше. Опять же, я уверен, что хочется вам, ну вот, в большей степени вам хочется получать от него что-то. А вот, нежели чем давать. Это понятное дело. Как бы только пока такая вот теория. Но, тем не менее, эта теория вполне может быть реальной. Эта теория вполне может быть тем, собственно, чем вы живете, вот, поэтому я считаю нужным и важным вам об этом всем сказать, вот, но опять же, как вы понимаете, наверное, сами, что само это не пройдет, нужна психотерапия вам, нужна помощь, вот, и тогда у вас все будет так вот, ну, потихонечку налаживаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.